семей бағдарламасының екінші сағаты тікелей эфирде, қымбат көрермендер, біздің арнамызға жаңа ғана қосылған көрермендерімізге және бағдарламамызды басынан бастап тамашалап отырған барша көрермендерімізге қайырлы таң дегіміз келеді. Сіздермен дидарласып отырғанымызға өте қуаныштымыз. Жаңбырлы таңның екінші сағаты, сәлем семей бағдарламасының екінші сағаты басталды. С добрым утром, друзья, всем тем, кто уже проснулся, ну, я думаю, таких большинство, ну, и всем тем, кто только что открыл свои глаза и включил телевизоры на канале «Семей», а может быть, зашел на сайт, на наш www.semeitv.kz. Погода сонная, поэтому я не удивлюсь, особенно тем, кто в отпуске или на заслуженном отдыхе находится, можно позволить себе немножко поспать в такую погоду. Недаром говорят, что когда идет дождь, утро начинается довольно поздно. Мы приветствуем вас в студии, в нашей, это программа «Салем семей». Вместе мы еще проведем 2 часа, будем общаться на нашу сегодняшнюю тему, говорим о студенческих годах. Ну а 3-й час, как всегда, традиционная викторина. А сейчас прогноз погоды. Прогноз погоды на 13 августа. Спонсор прогноза погоды – колледж Кайнар. Колледж Кайнар – это самые востребованные профессии. Юрист, техник по связи, техник, программист и другие. Колледж Кайнар – это конкурентоспособные специалисты и высокий процент трудоустройства. Колледж Кайнар – это высококвалифицированный преподавательский состав. Колледж Кайнар. Вместе создаем будущее. Телефоны для справок 52-29-14 и 52-29-15. Днем плюс 14, ночью плюс 18. В Абрало облачно, днем слобики термометра покажут плюс 30, ночью плюс 20 градусов. В Бескарагае ожидается небольшой дождь, днем температура воздуха плюс 19, ночью плюс 13. В Барадулихе облачно, днем синоптики обещают 20, ночью 14 градусов со знаком плюс. В Калбатау небольшой дождь, днем синоптики прогнозируют плюс 20, ночью плюс 15. В Кокпекте облачно, днем 17, ночью 11 градусов тепла. В Уржаре ожидается небольшой дождь, днем плюс 19, ночью плюс 14 градусов. В Аксуате малооблачно, днем плюс 17, ночью плюс 15. В Аягузе осадки в виде дождя, днем плюс 19, ночью плюс 13 градусов. В Курчатове облачно, днем синоптики обещают плюс 22, ночью плюс 14 градусов. В Усть-Каменогорске небольшой дождь, днем 15, ночью 13 градусов со знаком плюс. В Семее облачно, днем температура воздуха плюс 18, ночью плюс 12 градусов. Қымбат көрермендер, бүгінгі дүйсенбі осындай жаңбырлы болады деп күтілуде. Күн бұлтты, ауаның температурасы 18 градусқа дейін жылынады деген болжам бар синоптиктердің тарапынан. Қол шатырларыңызды ұмытпаңыздар және жылы киімдеріңізді киюді де ұмытпаған жөн сияқты. Өйткені күн едәуір салқын, жаңбыр себелеп тұр студиямыздың сыртында. Жалпы көңілкеге әсерін тегізбейтін сияқты. Біреулерге мысалы мұң сыйлайтын бір көңілсіз ауарай болса, Евгений екеумізге тамаша бір ауарайы. Бүгінгі осындай жаңбырлы, кеше де жаңбыр жауды қаламызда. Бізге ұнайды осындай ауарай, қымбат көрермендер. Көңіл күйлеріңізге кірбін түспесін, мұң шалмасын қабақтарыңызды, көңіл күйлеріңіз әрдайым күндей жарқыраған жайдары болсын деген тілегіміз бар. Ну а продолжит нашу программу традиционная рубрика «Хронограф». В 1624 год король Франции Людовик XIII назначил кардинала Ришелье своим первым министром, главой Королевского совета. В 1829 году родился Иван Михайлович Сеченов, выдающийся русский физиолог, ученый-энциклопедист, создатель физиологической школы. Год 1876. Открытие в Байройте выстроенного по особому плану музыкального театра для исполнения произведений Рихарда Вагнера. В этот и несколько последующих дней состоялось первое исполнение полного оперного цикла «Кольцо Нибелунгов». 1941 жылы белгілі филолог-ғалым, филология ғылымдарының кандидаты, қоғам қайраткері, мемлекеттік тілге құрмет қоғамдық бірлестігінің төрайымы, Қазақстан халқы ассамблеясының мүшесі, Алматы облысының және оңтүстік Қазақстан облысындағы Түлкібас ауданының құрметті азаматы Асылы Осман дүниеге келді.
1942 екінші жыл Нью-Йоркте ол Диснейдің Бэмби толық метражды мультипликациялық фильмінің тұсау кесері өтті. В 1957 году родился Газиз Турсынбекович, Телебаев, вице-министр культуры и информации Республики Казахстан. 2003 жылы Семей қаласында аквапарк ашылды. Аквапаркте субұрқақтар, пластиктен жасалған су ішіндегі қыраттар, сарқырамалы жартасы бар айдын көпірше, жазғы кафе, секіру трамплины бар бассейн жұмыс істейді. 2012 жылы қазақстандық боксшы Серік Сәпиев Вэл Баркер кубогын иеленді. Итак, друзья, мы сегодня говорим о студенческой жизни. Я представляю наших гостей. Это Камила Баймагамбетова и Бахыт Дюсекенова. Студентки. Камила — студентка колледжа, высшего колледжа Дюсенбек Алматаева, лабораторная диагностика. Ну, а Бахыт — наша будущая коллега, журналист университета имени Шкарима. Доброе утро. Да, студиям захож кетіңіздер. Қалай жеттіңіздер? Жамбыр жауып тұр. Доехали мы, конечно, очень катастрофически, но все-таки добрались. Жақсы. Круто. А, хотелось бы узнать, вот что нового появилось в вашей жизни, когда вы вот выбирали учебное заведение, когда вы пришли туда. Вот сравнить, какими вы были в школе и какими вы стали здесь. Как-то изменилось что-то? Я считаю, что это кардинальный этап нашей жизни. То есть мы прожили свои школьные годы. И, по крайней мере, как по мне, все это переходят, все это пережевывают. В том плане, то, что изменилось, скорее всего, какое-либо мировоззрение к чему-то, либо к кому-то. То есть человек уже становится более серьезнее и более относится менее халатно ко всей ситуации. Чем в школе? Да. Ага. Бахыт, в твоей жизни что-нибудь поменялось? Вот первый курс закончен, за плечами, да, остался? Да. Когда ты только пришла, какие впечатления были? Я даже себя как-то взрослее почувствовала, закончив школу. В школе я училась. Там как-то, ну, там как в школе все работает. Ну, ты работаешь, получается, на свою репутацию. В школе? Да. В университете такого нет. Ну, то есть, если в школе знают, то... Сразу репутация работает на тебя, да? Ага. Ну, в школе тебя все знают, там 11 лет, а здесь уже никто тебя не знает. Знают, что ты один раз пропустишь, тебе это могут как-то с рук все тебе сойдет, потому что знают, ты хорошо учишься. А вот в университете тебя так хорошо не знают, там еще у нас бальная система. Один раз пропустил, это все уже минус баллы. Я думал, бальная система, это танцевальная. Супер, интересно. Ну вот какой ты была в школе и какой ты стала в институте по прошествию первого курса? Я мне звездгирды, мне с мамкун адами хасиеттер, кундулықтар, мамкун жаңа бір өнерлеріңіз пайда болған шығар бойларыңызда. Ну, в школе я была больше такой наглой, что ли, как-то вообще не сдержанная. А в университете у меня характер очень сильно поменялся, я стала более спокойной и как-то терпимее относиться к другим людям. Скорее всего, в школе я была очень бойкой. То есть, чтобы меня утихомирить, это нужны были очень такие крепкие силы. Но за это прощали, как ни крути, покричат, успокоятся. А студенческая жизнь – это как бы сама за себя, сама по себе. Если сама не будешь стараться, то поблажки тебе никто не будет давать. Және сіз өте бір жауапкершілігі мол, үлкен жауапкершілікті қажет ететін медицина саласын дадыңыз. Қалай келдіңіз бұл салаға? Неліктен медицина? Я могу сказать, просто почерк плохой был. Выбрать медицину. Куда? Ну-ка, врач будущий. Жоқ, бұл салаға негізінде мен анам көп күшін салған. Ең басынан осы 11-ші класты бітіріп жатқан кезде, осы немесе мұғалім жағынан, немесе медицина жағынан барасын дегенде, мен ол кезде айтқан... Такие стереотипы до сих пор работают, да? Да, как ни крути так. Либо так, либо так. И по моему характеру она поняла то, что даже когда вот сестренкам помогают домашние задания делать, делай, начинаются крики, шуры-муры там крутятся уже. И она побоялась, вот, типа, Елен Баласын, Пучин Шарсан, там... Да, такую школу пускать нельзя, да, убьет, не надо. А в детстве я сама по себе мечтала быть археологом.
После Индиана Джонса фильма? Да. Один раз пришел в археологический кружок, мне ни кнута, ни шляпу не дали, я понял, что это все туфта, и ушел я, короче, с этого археологического кружка. И вот, получается, в медицину я так попала, а после вот, когда уже начала потихоньку... Ну, а вот специальность, лабораторное исследование, да, диагностика, это... Там ведь как бы в колледже довольно-таки широкий профиль. Это и фельдшерское дело, и сестринское дело, то есть там вот и перинатальная медсестра, и процедурная, да, там много, очень много. Разнообразное. Извините, что перебиваю, я вам тут добавлю. Смотрите, у нас колледж, у нас сейчас в городе существует много, есть разные колледжа, вот именно по медицине. Три, по-моему, если я не ошибаюсь. Да, они идут как частное заведение, а у нас государственное. Помимо того, то, что лабораторная диагностика у нас в городе только в этом заведении есть. Именно эту профессию я выбрала, чтобы нынче, после, я могла легко освоиться уже по другой специальности. То есть это сначала лабораторная диагностика идет, а после же я уже пойду на субмедэксперта учиться. Угу. Дальше больше, может, и патологоанатомом стану. Посмотрим. Ну, это эталон, да? Любой врач хочет стать патологоанатомом. Лучше мертвых резать. Ответственности меньше просто. По крайней мере, знаешь, ты точно знаешь, от чего он умер, да? Хорошо, Бахат и Камил, сразу, самое первое безбашенное действие, которое вы совершили, когда поступили, когда узнали, что поступили, или когда прошел день студента, вот что, может быть, с собой что-то сделали, там, волосы в какой-то цвет, там. Подралась. С кем? С одногруппницей. Супер, интересно. А в школе такого не было? Было. Тоже, да? Ну, то есть, это не из ряда вон выходящее событие, да? Ой, как вы мне нравитесь, девочки! Нет, помимо того, у меня еще были пирсинги. Угу. Вот. И драка. Потом что? И я вечно опаздываю, наверное, вот это. У меня даже не знаю вообще. Но к нам вы сегодня пришли вовремя, что удивительно. Нет, она меня полчаса прожила. Я не помню, вроде бы ничего такого не сделала. Разве что, не знаю, я вообще, когда в университет поступала, я думала, я ни с кем общаться не буду, потому что, ну, все такие... Да там не с кем общаться-то, господи! Да, вот-вот-вот. Я просто, когда зашла, уже такая, боже, что где за ты, люди? Где они? Фу. Да-да-да, вот именно так и было, а в итоге я со всеми сдружилась, и у меня прям сразу же, в тот день, когда я поступила, у меня сразу же появился лучший друг. Знаешь, я такая история была, первый день, когда я шел на первый, ну, как первый звонок в университет, пиджак, галстук, после школы такой весь, университет. Иду, значит, а наш корпус был возле церкви. Ну, я тоже Шикарима заканчивал, только филологию. И с кем-то мы вместе идем, там какой-то парень тоже по дороге. И, значит, тут к нам подходит мужчина какой-то, а там же дороги не было. Пацаны, помогите машину толкнуть. Я думаю, отлично, начинается первый день. Пошли, толкнули его москвич, и потом уже пошли в университет. Это было круто. А вот это событие мне запомнилось, самое яркое, наверное, было. В начале, потому что все остальное было не сильно ярким. То есть там такая толпа народу, ты стоишь, смотришь, что. А вам вот за то, что вы поступили, выбрали учебное заведение, какие-то подарки делали родители? Ну, что-то обещали, что ты поступишь, я тебе там куплю что-нибудь, подарю что-нибудь. Ну, памятное что-то. В первую очередь я всегда к такому относилась, то есть я никогда от домашних чего-либо конкретного требовала. То есть если я поступлю, либо если я что-то сделаю, ты должна мне это, либо то. Есть... Не, ну может быть это было свободное волеизъявление родителей. То есть... А, ну свободная воля, она может просто так и в 7 утра появиться в обычный день. То есть, скорее всего, это был мой костюм, халат, хир-костюм, колпак и телефон. Телефон. Ну, у меня нет, но у меня мама все время что-нибудь покупала, там, на день рождения, на Новый год. Что-то дарила такое, ну, это очень приятно. Насчет поступления вообще... Цели не было, да? Срубить побольше от мамы? Вообще нет, не было. Но она мне потом камеру купила. Я вспомнила, мне еще мама подарила 10 пар белых носков. А для врача это обязательно? Нет, конечно. Тебе что подарили? Я помню, видеомагнитофон подарили. Тогда, ну, это был 2000 год, видеомагнитофон был очень... Кстати, потому что интернета еще не было, сотовых телефонов в помине не было, были пейджеры, только-только начали развиваться.
И этот видеомагнитофон долго у меня. Телефон у меня был, я вот и не вспомню сейчас. Я помню, был Творд вкусный. И застолье такое, вот это помню. Скажи мне, бывают ли торты невкусные? Бывают. Я не ел ни разу. Ну, у меня мама кондитер, повезло, поэтому да, я никогда невкусных тортов не ел. Добрый день, здравствуйте. Добрый день. Салют тебе. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Да. Здравствуйте. Да, не говорите. Ну, я, конечно, студентом был очень давно. И что интересно, студенты, да, они городские, приезжие. Для них первая проблема в студенческие зоны – это поспать и хорошо поесть. Второе, о том, что студенческие зоны самые лучшие, а время учебы, по-моему, редко кто говорит. Это говорят, когда уже получили диплом и куда-то выправиваться. И поэтому в это время появляются такие мысли, такие песни, типа «Спят усталые студенты, книжки спят, злые преподы, зачетом идут ребятки по этому». Так что, девочки, у вас пока еще студенческая жизнь и начинается, и продолжается. Поверьте, на основах студенческие годы действительно самые лучшие этапы молодые годы. Поэтому не надо бояться трудностей. Все трудности, как ни странно, проходят. Но зато, когда ты преодолел эти трудности, ты становишься самым счастливым человеком. Я тоже желаю вам, чтобы вы хорошо окончили, устроились хорошо по своему желанию, по своей специальности. Держайте. Спасибо, Влад. Давайте об увлечениях немножко поговорим, потому что студенческая жизнь – это прежде всего масса свободного времени, как минимум, потому что вот когда вы начинаете работать, времени у вас вообще потом не будет. То есть там с 8 до 5, с 9 до 6, иногда и позже приходишь домой, семья, там, естественно, времени свободного меньше значительно на себя, на какие-то свои увлечения собственные, но все равно выкраиваешь. А тут ты пришел после занятий, там что-то поделал, и все, полдня ты можешь заниматься, чем тебе нравится. Именно увлечение. Чем увлекаетесь вы? Какие есть у вас интересные хобби? Уступлю себе. Ну, я люблю фотографировать. Иногда, когда у меня появляется свободное время, я, например, подруге какой-нибудь позвоню, либо же другу говорю, давай пойдем пофотографируемся. Что-то такое иногда бывает, там, просто дома пою, там, дома музыку включу, потанцую, попою, посижу там, поиграю во что-нибудь. Поиграю так. В каком смысле? Поиграю в компьютерные игры. Что тебе нравится? Какие жанры? Ой, я так, прохождения всякие играю. Отлично, музыка какая тебя? Музыка в основном рок, но... А с чего началось твое знакомство с рок-музыкой? С рок-музыкой, если честно, не помню, то давно очень... Ну, очень давно слушаю, может, так, с класса 5-6. Ну, тебя кто-то подсадил на эту музыку, или ты сама услышала, понравилась, начала интересоваться? Услышала, понравилась, ну, начала слушать, но у меня мама тоже любила рок, там, ну, старая школа, скажем так. Мүмкін, бір шумағын сүйікті бір әніңізден орнап берес, бүгін біздің студиямызда қонақ Кадир ретінде сұрасам, ең бір сүйікті Андердің бірінен үзінді. Ну, у меня есть одна любимая песня. Это кавер вообще. Ну, эта песня, она очень популярная. Она называется «Аллилуйя». И получается, мне больше всего нравится версия песни группы «Битлз». Вот. Ну, еще группы «Пентатоникс» тоже. Там много версий. Она тебя спеть просит. А, спеть. Спеть. Нет, я немножко стесняюсь. Ну, окей. Ладно. Камил, твои увлечения. Чем Казар бразда не какая-то астрономна. Чем ты увлекаешься? Есть ли время на увлечение? Раньше я более отдавалась спорту. Угу. Помимо спорта... Спорт какой? Бокс. Бокс? Ну, не зря вы дрались. А, ну, понятно. Дальше. Помимо того, раньше у меня были тоже вокальные навыки до ангины, скажем так.
Помимо сейчас увлечений у меня, наверное, следственно, так как учусь в медицине, органами дальше ничего. Внутренними? А может и нет. Или внешними? Внутренние и внешние. Угу. Сейчас по сей день увлекаюсь музыкой, точнее прослушивание монологии форки. Мне многие сейчас названия групп ни о чем не говорят, честно скажу. Вот даже те рок-группы, которые ты перечисляла, я, например, половину, наверное, не знаю. Просто в свое время, когда я вот это все слушать начинал, это ну, конец 90-х, 2000-х, ну, русский рок, это Алиса, это Ария, это Крематорий, Калинов мост, разнообразный. Король и Шут, конечно же. Ну и зарубежные. The Police, Metallica, Offspring, Clash. Вот эти все старые, там, Юрай Хип и прочее, Рамштайн. Я никогда не слушал, они мне не нравились, потому что... Ну, Рамштайн это тоже классика была. Как раз, когда я, по-моему, поступил или закончил первый курс, вышел вот их знаменитый альбом «Мута». Они давали тур по Москве как раз, и, ну, в Москве был концерт. На концертах каких-нибудь известнейших групп довелось побывать? Нет. Нет? Хотелось бы. Ну, к нам вот Ария приезжала как-то. Но я целенаправленно не пошел, потому что ну, в кинотеатре выступление. Ну, что это за выступление? Якуй брахмет, бүгін студиямызға келіп, уақыт тауып осындай қызықты студенттік өмірлеріңізбен, өмірлеріңіз жайлы айтып өттіңіздер, өз өнерлеріңіз жайлы айттыңыздар. Бәлкім бақыт, тұршымақ ән орындап берсеңіз, иә. Our hearts are wise, a secret card, the dark plan plays a lot, but you don't really care for music, do you? I've got like this to five the fifth, the minor fall, the major lift, the bifrocal composer, hallelujah. Ой, қандай тамаша, өте әдемі орындадыңыз, бекер ұялып, жаз қандыңыз, өте тамаша, керемет. Сіздерге барлық жақсылықтарды тілейміз, осы болашақ мамандықтарыңыздың хас шеберлері, нағыз білікті, білімді мамандар болып шығуларыңызға тілектес, біз барлық армандарыңыз орындалсын. Осы сәтті пайдалана отырып, біздің көрермендерімізге, бәлкім сіздерді тамашалап отырған жақындарыңызға, достарыңызға айтар тілектеріңіз болса, сәлемдеріңіз болса жолдауға, мархабат. Ваши привет, ваши пожелания вашим близким, кто сейчас вас смотрит, друзьям и нашим телезрителям. Не знаю, наверное, я только всегда жила с одним девизом. Это никогда не сдаваться. И не больше. А я всегда желаю больше денег и здоровья. Почему нет? Девчонки, спасибо огромное. Вам желаем успехов в вашей отрасли. Добиться... дойти до совершенства, добиться вот поставленных целей, результатов. Ну и, как гласит древний викингский тост, чтобы исполнились все мечты, кроме одной. Потому что если исполнится все, жить будет незачем. Спасибо, что пришли. Было очень интересно вновь почувствовать студенческие годы, окунуться в них, почувствовать студенческую жизнь, пообщаться с людьми, узнать увлечения современной молодежи. Mm-hmm. Действительно, они меняются вот день ото дня, и вот, например, в прошлом году ребята приходили тоже, вот первый-второй курс было одно, сейчас совершенно другое, и меняются они все чаще и чаще, мы за ними уже не успеваем. Спасибо.